Огненные картины огненных верст. Ульяновск присоединился к всероссийской акции «Огненные картины войны». Она проходит во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В парке Победы члены партии «Единая Россия», волонтеры и активисты нарисовали изображение, посвященное вкладу ульяновцев в Великую Победу. Я принимаю участие в данной акции, потому что это важно для будущего, для нынешнего поколения, чтобы они знали, что у нас есть такие мероприятия, чтобы они забывали, что у нас есть ветераны, которые подарили нам мирное небо над головой. Первым делом участники нарисовали мелом картину на асфальте. Рисовали с 4 дня. Спустя несколько часов, как рисунок был закончен, начали расставлять свечи. Эта акция уже проводится 2-й год. Она обрастает популярностью. Волонтеры Победы и молодежь присутствует. И очень важно сейчас, в такое непростое время для нашей страны, то, что молодежь, люди объединяются и принимают участие в этой акции. Начиная с 10:30 вечера, участники зажгли 9000 свечей по контуру картины. А нарисовали, кстати, грузовик ЗИС-5 со снарядами. В годы войны на Ульяновском автомобильном заводе начали выпускать авиационные снаряды и трехтонки ЗИС-5. После заводчане их с любовью стали называть Захар Иванович. Подобные акции прошли и в других городах России. Все инсталляции объединил общий лозунг «Помним». А уже через несколько часов на площади 30-летия Победы зажгли свечи памяти. Первые лица города и области, волонтеры и общественники возложили цветы к вечному огню. И несмотря на ливень, почтить память героев пришли многие. Более 250 тысяч жителей области ушли на фронт. Половина из них ценой своей жизни добыли победу. Акция «Свеча памяти» – это дань тем, кто не вернулся с поля боя. Это дань воинам-победителям и дань нашим труженикам тыла. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Улправда ТВ.